Пришла посылочка с лазерным уровнем. Круто. О, сумка. Посылки. Есть сумка и чемодан. Вот такая вот сумка у нас. Под инструмент. Кстати, круто. И как раз старая сумка вышла из строя. А вот у нас и уровень. Технические характеристики. Ну, это первый мой лазерный уровень. Сейчас будем разбираться, что это за зверь такое. В общем, народ, почитал, посмотрел. И как пользоваться вот этим зверем. Хиберу 3D Omnitronic. Значит, комплектация, сам лазерный уровень. Этот, в данном случае, 3D 12 лучей. Магнитный кронштейн для работы на высоте. Live база, подъемная платформа. Так, вот она, оказывается. Я еще думал, что это за ерунда. Подъемная платформа. То есть, вот ставишь и погнал ей. Поднимает, опускает. Магнитный кронштейн. Вот он. Вот магниты. Покажу, как им работать. Уже во всем разобрался. И вот пластина. Это когда нет у нас комплектации, вот как в моем случае, когда нету штатива, то используется вот эта вот штука. К стене ее крепишь на магнит, вот это подвес, используем вот эту штуку. Либо если металлическое что-то есть, на металл крепим, ну, тоже покажу, как это работает. Вот базовая опора. Смотрите, ножками здесь можно регулировать, потому что сам аппарат имеет вот такой встроенный пузырьковый уровень, и он должен стоять ровно. Он сам балансируется у нас. И еще, при работе прибора есть блокиратор компенсатора. Вот сейчас компенсатор заблокирован. Вся эта система, которая нивелируется, да, самовыравнивается, она заблокирована. Кстати, ее так и перевозят. А чтобы разблокировать, видите, она, слышите звук, она начинает работать. Так что это и включение самого основного прибора, а так закончили работать. Компенсатор заблокируйте, все. И тогда можно перевозить. Во-первых, да, батареи здесь у нас есть. Две батареи, говорят производитель, держат по 8-9 часов. Ну, блин, две, ну классно, короче. То есть можно поработать целый день без проблем. Вот, ставим батареи, вот. Батарея вставляется элементарно. То есть здесь есть такие салазки направляющие, то есть защита от дурака, установите легко. Вот, до конца нажали, все. Без щелчков, просто с легонца до упора. Ну, естественно, без фанатизма. Включаем вот сюда, на он. Включили. Он начинает балансироваться. Включился, да? Горизонт загорелся. А видите, если больше 3% его нажали, вот это он ругается, говорит, поставь меня ровно, не мое это. Все, он стоит. Причем, да, с пульта можно управляться. И вот управление. Вот это вот выключили. А это горизонтальные линии. Причем, классно, вот этот лазерный уровень отбивает сразу все. И бьет по кругу. Вот я его кручу. Он полностью, то есть по зданию, отбивает вот эту горизонтальную линию. Можем вот выключить. И теперь вертикальные линии. Вот одна вертикальная линия у нас. Повторным нажатием перекресток делает. Вот он, перекресточек. Выключается в обратном направлении. То раз, одну отключили, раз, вторую отключили. Вот эта кнопка имеет двойное значение, чтобы вы знали. Вот он светится, если на солнце нам надо. Мы раз, лучше там поярче, поуже, вне, как поярче, помощнее, поменьше. Помещение нам не надо, допустим, мощное. И еще эта кнопка, обратите внимание, выполняет вот такую функцию. Она фиксирует прибор, и мы можем ее использовать для наклонных линий. Так вот, если мы, он начинает ругаться, что неровно, то есть будет ругаться, что вот линии неровно, короче, что мы его больше 3% наклонили. А мы нажимаем эту кнопку, удерживаем 5 секунд ее. Услышали звуковой сигнал и все. Он теперь ругаться не должен. И он не ругается. И смотрите, и мы когда надо, можем нам 45, да, градусов линии нужно будет. Или диагональ вообще. Вот диагональ удобно. Здесь отмерили и поймали центр стены. Помните по геометрии. Как же уйти от этой ерунды? Снова нажимаем, пикнул и все. И он снова в нормальный ругающий режим перешел. Здесь базовая подставка есть. Обычная такая вещь, но она как бы под штатив. И центр не закрутишь, а он как бы перевешивать будет.
Для этого у нас здесь, я говорю, вообще на прибор это куча вот этих вот комплектаций, шикарная, короче, прибамбаса. Есть, блин, все, кроме штатива. Ну, он приобретается один. А, вот, нашел, смотрите. Значит, чтобы по центру мы его установили на эту базу, лучше всего. Вот это вот мы зажали, все. Вот эта вот платформа у нас такая пластиковая. Теперь мы можем установить. Я уже показывал, что да, ножки здесь можно подрегулировать с этим все. А, кстати, откалиброван, гарантия 12 месяцев, то есть год. Он уже откалиброван, изготовитель гарантирует, что будет показывать точно. Это не прибор, а сплошная регулировка. Видите, вот здесь вот, везде, вот здесь вот куча вот таких ручек, которые регулируют. Вот смотрите, сейчас мы вот поставили, надо нам его отрегулировать. Мы его плавненько крутим, да, но это нам когда нужно. Вот мы включили вертикаль, ага, заблокировали, разблокируем, ага, все, он отбалансировался, это мы выключаем, вот нам нужно, вот смотрите, да, вот по этой вертикальной линии и мы начинаем крутить, точно удобно, нужно будет подкрутить, вот можно плавненько подстроить, блокируем, откручиваем, да даже не так открутим, а вот здесь, да, с этой платформы снимем, вот сняли, и вот, где-то около пола нам что-то надо, включили, около пола нам нужно, смотрите какая штука, я еще думал, что это за радиатор какой-то алюминий, то есть видите, крутим, и оно вот у нас поднимается. Такая вот регулировочка. Так, опять отключаем. Но, а кто расстраивается, что здесь нет штатива? Помните, я показывал вот эту вот вещь. То есть, ее на стену закрепили. Магнитный кронштейн для работы на высоте. На стенку все равно идет ремонт, да. Мы вот это вот крепим. И на магнитах забабахали. Да, вот, кстати, оно может становиться тоже вот через вот эту платформу. Мы можем ее закрепить. Если нам нужно повыше, вот сюда, он будет стоять вверх, и это максимально мы его тогда поднимем. А может, да, нам пониже может понадобиться. Тогда мы просто переворачиваем и крепим вот сюда, он то есть как бы внизу. И вот этот кронштейн, сейчас я покажу, что он умеет. Тоже, конечно, он впечатлил меня, сейчас покажу. Значит, естественно, я на свои новые обои не буду крепить эту пластину, супруга меня не поймет, а тем более клеил их я. Мы используем бачок. О, смотрите, стоит. И что мы можем делать? Оно вот как на салазках, может вот сюда ехать. То есть двигается сюда, отодвигаем. Вот этой штукой мы горизонт можем наклонять, выравнивать. Он сейчас, кстати, должен, мы его сейчас включим, он, думаю, заругается. Его. Еще он ругается. Ну, более-менее, а ругается он из-за вот этой горизонтальных. Мы ее выровняем. О, все. Теперь мы ее поймали. Металлическая труба или что, или вот кронштейн. И мы можем, да, я уже показывал, что его можно перевернуть. Он будет здесь вот вверху стоять. Или что нам теперь? Бегать на высоту. Панель повторяет вот эта дистанционная кнопка. Мы можем свет мощнее, вот поменьше. Потом вот вертикаль, видите, у нас появилась, вот вторая появилась. Отключили эту, отключили это, отключили горизонт. Вот опять нам вертикаль. То есть удобно, да, отошли вообще. Для удобства все придумано. А, и кстати, ручка там завернул, ручка регулируется. Но если до ручки так вот поставить и не добраться, производитель придумал и рукой можно вот повернуть. То есть свободно рукой двигаем. Так вот, приборчик, елки-палки. Наконец, сбылась моя мечта. Да, но это 3D на 12 линий. Хотите 4D на 16 линий. Ну, мне кажется, этого просто, короче, потолок. То, что он может. И говорю, даже отсутствие подставки, вот этой стойки, можно легко с помощью этой пластины и вот этой вот, и вот этого кронштейна. Да, кстати, мы сейчас возьмем, для чего еще ж этот кронштейн. Так, где у нас вот здесь? Все. Теперь он ругаться, как говорится, не будет. И вот мы можем, нам нужно линию. Вот смотрите, мы его опускаем.
регулируем. Вот кривая линия, он уже не ругается. Надо еще вот мы подъехали сюда, сюда. То есть двигается, вообще прибор регулируется, плавает как хочешь. Разобрался, как говорится, завтра буду применять в действии. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить этот ролик, как я буду его применять. А применять буду теще вешать шкафы. По этому прибору, как говорится, удивлю ее. А прибор этот Hiberu 3D Amnitronic. А на этом все. С вами был канал YouTube Master.com и канал Надзен. Домашний ремонт. До свидания.